Не могу на ногах устоять. Режиссер прямого эфира Игорь Черевных говорит, не вываливайся из кадра, потому что я смотрю, мне хочется уже поесть. Он вываливается, все время вываливается. Понятно? Валера, ну не вываливайся ты из кадра, стой вот как Наташа ровненькая. Фух, да, надо сосредоточиться, потому что знаменитая игра с Валерой, она начинается. И вот наш телезритель Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Серьезный Евгений наш. Да. Вы знаток специй? Любитель остренького? Ну, любитель, но не сильно знаток. Ну, все. Ну. Вопрос, вот он будет один-единственный. Но мне кажется, вы должны легко на него ответить. Слушайте внимательно через телефон и потом жду правильного ответа. Ведь на кону целая корзина специй, да еще и буклет. Со всеми специями, которые существуют. Так. Итак, внимание. Эту специю добавляют в кофе, чай, в тесто и даже в мясо. Простой вопрос. Корица. Надо подумать. Верно! Это корицы. Я. Корицы я? Угу. Полиция. Полиция? Ура! Да. Самый позитивный телезритель нашей гени. Ура! Ну, подождите, это не все. Да. Есть еще вопросы? Все? Один вопрос? Конечно! Я уж думал, никто не ответит на него. То есть вот так вот все просто? Так все просто. Слушайте, Евгений, ну... Ну ладно, еще один вопрос. Хорошо, еще один вопрос. От какой... ладно, от какой приправы можно чихать? Перец. Я тебе говорю, он все знает. А что вы выбираете, горчицу или горлодер? Естественно, горчицу. Все, я же говорю, все правильно. Это твой человек, это да. Да, ну что, тогда вы получаете... Наталья никакой договоренности, если честно. Да, смотрите, чтобы мне тут никаких подтасовок. Честно. Я Евгения не знаю. Если так, тогда мы вручаем вам наш набор специй, который сами бы хотели... забрать, но скажу вам, что превратить любое блюдо в шедевр помогут специи и приправы торговой марки именно «Волшебное дерево». Приобрести их можно как в розницу, так и оптом у официального представителя в Красноярске. Это на Шахтеров 33Г. «Волшебное дерево» — это, друзья, всегда хороший вкус. Однозначно. Ну, это уж точно. Евгений, не кладите трубочку, ведь за эфиром продюсер более подробно расскажет, где вы заберете свой честно заработанный подарок. Да, а у нас прямо сейчас блок полезной информации. О, уже еще больше любителей остроты. 85% должно быть к завершению эфира. Давайте, постараемся.